Шевченковский район Запорожья отметил свой 53-й день рождения. На мероприятии побывали и наши журналисты. Традицию чествовать лучших своих представителей ввел экс-глава района Игорь Бирюков. В 2007 году торжественно была открыта доска почета «Гордость района». Сегодня в рамках уже традиционной праздничной программы ее пополнили 11 новыми именами. Большинство из них – заслуженные работники предприятий. Администрация вручила новоиспеченным героям района почетные грамоты. Надо отметить то, что Шевченковский район – это 11 тысяч предпринимателей. А это более 3000 промышленных предприятий и организаций, которые разных форм собственности, которые зарегистрированы в Шевченковском районе. 17 из них, этих предприятий, являются экономически активными, которые формируют, можно сказать, сегодня бюджет города. 20% производимой продукции промышленной в городе, это пятая часть практически, происходит в Шевченковском районе. С 53-м днем рождения поздравляли свой район представители предприятий. От имени многотысячного коллектива предприятия «Мотор-Спич», от имени президента нашей компании Вячеслава Александровича Богуслаева я поздравляю всех жителей Шевченковского района с праздником. Я горжусь тем, что живу в Шевченковском районе. Вся моя семья здесь живет. Я всегда был, есть и буду шевченковцем. Наградным орденом за заслуги перед Шевченковским районом наградили Алексея Бородая, заместителя городского головы Запорожья, и Николая Стрельникова, директора лицея «Захисник». Такой же награды удостоен и телеканал «Алекс» в лице его руководителя Анатолия Пивненко. Творческие коллективы района подарили гостям праздника свои лучшие номера.